Грибок ногтя – это не что иное, как инфекция, которая поражает не только ногти, но и другие части нашего тела. Чаще всего от грибковой инфекции страдают ногти на ногах. Это состояние сопровождается множеством симптомов, например, неприятный запах, желтизна ногтей, хрупкость и ломкость ногтей, утолщение ногтя или кожи, огрубевшая кожа и многое другое. Сегодня мы расскажем вам рецепт домашнего средства, которое поможет вам избавиться от грибка ногтей и вернуть красоту вашим ногтям. Для этого мы будем использовать овощ, который можно найти на каждой кухне, и это чеснок. Этот овощ богат питательными веществами, а также он обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, что поможет быстро избавиться от грибка ногтей. Для этого вам понадобится только один ингредиент – это чеснок. Самый простой способ использовать его для лечения грибка ногтей – это раздавить два зубчика чеснока и распределить полученную кашицу по поверхности ногтя. Оставьте чеснок действовать в течение 10 минут, а затем смойте большим количеством теплой воды. Повторяйте процедуру каждый вечер минимум 7 дней подряд, чтобы заметить результат. Чтобы полностью избавиться от грибка, продолжайте лечение, пока не отрастет здоровый ноготь. Перед тем, как применять любое народное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом.